Всем огромный привет! Продолжаем смотреть длинный сериал с декоративной косметикой 23-го года. Сейчас мы смотрим мои тени, всю мою коллекцию. Я в этот раз заморочилась так, что все, что у меня есть, я выкладываю, оставляю на столе, но хочется уже доснять, чтобы стол освободить. 5 серий позади. Хочу обратить внимание на палеточку Faberlic, с которой я так жестко обратилась в 5 серии. Нельзя ночами снимать ролики, потому что не ведаешь, что творишь. Я ее починила. Вот теперь рефилы не выпадают. Помыла, извинилась и пообещала, что ты, красоточка, будешь в ближайшие косметички работать. Вот она меня простила, и смотрим дальше. Самые длинные палеточки у меня теперь вот в таком формате. Все меньше и меньше. Обе палетки от Бернович подарки. Давайте коробочки я уберу, а палеточки мы посмотрим. Влюбилась я в первую. Потом Любаша предложила мне самой выбирать некоторые подарки, и я себе в подарок заказала и вторую. Вот так они выглядят, очень стильно, симпатично. Мы в первых частях смотрели палетки от Slick, вот подобное оформление, но в отличие от Slick, посмотрите, Берновичи не заляпываются, хотя чисто черненькие, да? Их тоже можно украшать наклеечками, но почему-то вот я этого не делаю. Так, здесь вместо слюды вот такие вот зеркала есть, я ими не пользуюсь. Когда заканчиваются рефилы, можно покупать самим рефильчики и вставлять на место этих. То есть многофункциональные. Потом сами органайзеры, домики для теней. Так, вот этот. Вот так они выглядят. Очень симпатичная палетка, мне нравится. Бернович молодцы. Это ко мне приехала первая, а вторую выбирала я. Но тут прямо все мои оттенки собраны в этих двух красотках. Давайте вверх. Давайте вот так. И вот вторая. Ну, дополняют друг друга обе палеточки. Здесь один матовый и вот такие блестяшечки. Смотрите, так вот этот, правильно? Да, вот этот хочу наслоить, потому что это топер. Он на темной базе смотрится симпатично. Но вообще обе палетки, конечно, восхитительные. Длинненькая палеточка есть у меня от Revolution. Вот такая красотка. До этого я показывала длинненькие от Revolution. Вот там миллион были, тоже узенькие такие. А это покороче. Это больше как Бернович. Посмотрите, какое оформление. Она вот в пупырочку все. И вот такая вот тут растяжечка. Первые 4. Как в руках-то, да? Играет, как будто там россыпь бриллиантов. И следующие 4. Тоже, смотрите, можно беж сделать, да? Можно вот это золото сделать. Вот эти как интересно играют. Вроде палеточка-то небольшая, а поиграться-то есть чем. Так, все, да? Так. Нежненькая. Ей надо в домик. Так, сейчас пальцы вытру. Все, отправляем в домик. Еще одна красотка. Глубоко любимая. Вообще у меня к пупа Ардеко, пупа и некоторые вот такой средней ценовой категории
Косметика очень нравится. Тени, хайлайтеры, румяна. Посмотрите, какая классная. На каждый день. Здесь потрясающий уголек черный. Вот просто потрясающий. У него текстура угольная. И вот такие прямо матовые. Классная палетка. Тоже Любаша мне подарила. За что огромное, девчонки, вам всем спасибо. Большинство, мне кажется, 80% моей косметики это подарки. Много на обзор, что приезжало, но много, очень много всех больше это подарки. И вот так. Сразу хочется взять. Ну, Пупа, молодцы. Куда мы тебя положим? Ну, давайте еще вот сюда наверх. Будет бликовать. Вот так, да? Так, все равно немножко подсвечивает как-то. О. Не хочется, чтобы вот, видите, когда рукой чем-нибудь шевелю, бывает, бликует. Очень люблю. У меня две палетки есть от Wet n Wild. И обе горячо любимые. Эту я так и не затерла, но люблю. Когда беру, пользуюсь с огромным удовольствием. Разные текстуры. Мне нравятся и тени, которые внутри просто содержат блестки. С этим знаменитым дуохромиком, мне кажется, я познакомилась именно через Wet n Wild первый раз. Мы тогда все пытались, чтобы вот такой именно зеленый оттенок на глазах увидеть. Но это возможно, если его на темную подложку наслаивать. Тогда будет действительно зелень. И вот так вот выглядит следующий. Уже так принт достаточно затерся в свое время. И вот этот красивый с блестками. Малиновые, бордовые, разные блестки. Стираем. Следующая палеточка. Малышка жестяная от Revolution. Ну, такая милашная. Как всегда, постучать сразу хочется. Вот так она выглядит. Очень схожа немножко с Пупа. Я даже сейчас продолжу делать макияж. Но здесь есть две сверкалочки, но нет черного уголька. Тоже, когда ее увидела, мне прям захотелось вот это вот из серии, когда хочется вот на каждый день дресс-кода. Но при этом две сверкалочки делают на глазках праздник. Матовые на любой вкус. Давайте я вот здесь внизу продолжу. Посмотрите, ну классная. Сейчас сотру и к вам вернусь. Так, небольшая тут перестановочка. Мы вот так вот чуть-чуть с вами сдвинем косметику в сторонку. И будем, вот видите, я туда переставила. И вот здесь будем сейчас смотреть дальше. Две палеточки от Smashbox. Глубоко любимые. Обе были подарками. Одна в коробочке, другая уже без коробочки. Но вы посмотрите. Она не просто снаружи так красива. Она и внутри настолько же хороша. Вот так она выглядит. Я не буду вот верхние ряды вам показывать. Матовые я тоже не буду показывать. Покажу только вот эти. Так.
Люблю ее. Горячо и нежно. И вторая палеточка. Такая тоже. Красотка. Тут такой как взрыв. Я даже не знаю, что это такое. Расплывается. И она вот такая. Чаще пользуюсь вот этим краем. Но вообще из двух палеток чаще пользуюсь именно той. Посмотреть. Уже не добавить, не убавить. Можно вообще молча показывать, и все понятно, да? Какое качество. Так, и эти тоже покажу полностью. Вот это такое. Опа. Один оттенок хлопковый, вот этот вот сверху. Его надо аккуратно набирать, иначе и втирать. Лучше пальцем. Так, давайте вот так их наоборот поставим. Иначе они не уместятся. Коробочку потом. Дальше мы с вами посмотрим уже более маленькие объемы, форматы. Вот на такие кубики переходим. Все меньше и меньше. Еще будут большие, но у меня коробка есть косметика затертая до дыр. Мы с вами смотрели отдельно. Она у меня еще в конце мелькнет, потому что, ну, как бы я не хочу запутывать вот среди этой косметики ту, которая уже затерта. Хотя туда же Smashbox можно вот эту вот положить. Dodo Girl. Мы уже встречали Dodo Girl. Две палеточки сегодня. Не сегодня, а вот в этом сериале, в первых частях. И сейчас посмотрим вот эти. Выглядят вот так. Как я редко беру. Настолько я редко про них вспоминаю, что я думаю, по-хорошему-то поделиться ими можно. Вот такая красотка. Выглядит она вот так. Но это был подарок. Гош. Красавчик Гош. Вот так выглядит. Тоже вот эти вот матовые с блестками. Они прям какие-то вот прям по-особенному интересные. Так, где мы? Давайте вот здесь. Так, еще 5. И 5. Качество какое хорошее. Цветопередача хорошая. У меня от Гош единственная. Тоже Любаша дарила. Больше представителей Гош у меня нет. По-моему, помадка еще тоже в подарках. От Фарес. Тоже в единственном экземпляре. Было прямо несколько их выпущено. У меня третий оттенок. И здесь вот такая игра. Фиолетово-сиреневого. Четверочка. Наверное, я ее там редко пользуюсь, хотя она интересная, но как-то вот последнее время мне не очень к сиреневым, ну вот, тянется рука. Давайте вот эту я отдам. Вот здесь у меня скапливается то, что на отдачу.
Следующее, что мы с вами посмотрим. Жаде, Джейд. Кто как говорит. Вот такая симпатяга. Тут 4 оттеночка. Очень спокойные. Макияж тоже с такой красивый. Томный даже в какой-то степени. Вот. И вот такой сиреневый мне нравится. Фиолетово-сиреневый на глазках. Далее. Тени и лазур у меня есть. Это был подарок. 15 оттенок. Будут лазурчики еще, но одиночные. Оно прям все сверкает, блестит. Очень красивый дизайн. Очень интересное тут оформление. Очень трудно сделать свотч. Поэтому я не знаю. Я вот, конечно, вот так попробую вам показать. Трудно и набрать свотч. Как бы оригинально это не выглядело, но на самом деле как показала история, не сильно-то и оригинально, когда переносить. То есть получается в итоге, ну, на глазках грязь. И у меня эта палеточка больше идет, ну, как так, на память, как память. Вот, оно, вот видите, там чехольчик есть. Не знаю, что хотел сделать бренд без ограничений. Но не просто набрать каждый рефил. От Stellary. У меня две палеточки было. Одну я почти закончила в Project Penny, а вот вторая на 3 оттеночка. Она у меня так и осталась. Желания с ней расстаться нет. Представляете, вот прямо пусть будет. Пусть будет. Красавчик Бель. Когда-то в Улыбке Радуги выводили Бель. Она была на больших скидках. Так мне понравилась эта палетка. Я ее взяла, ни разу не пожалела, но не часто пользуюсь. Вот так она выглядит. Вообще беспроблемная. Вот так. Никому не отдам. Пусть будет. Прям люблю я ее. Следующее. Ой, тут прям такие форматы. А, давайте раритет покажу. Палетка, которой я не пользуюсь от слова совсем. Много-много лет назад мне ее подарила виртуальная, первая моя самая виртуальная подружка. Мы с ней познакомились, нашим детям было по одному годику. У нее девочка, у меня мальчик. И с тех пор у нее стало 4 девочки. А у меня все еще один мальчик. И мне кажется, это от Avon палетка, ну, ей уже, ну, лет 13. Вот так выглядит у Avon. Тогда было, как я понимаю, я тогда не была и даже представителем Avon. Как я поняла, что цветы были разноцветные, но вот у меня тогда она подарила, в посылке прислала аж с далекого севера вот такую, и она у меня есть как раритет Avon, как память о моей первой виртуальной подружке. Есть у меня 3 палетки от Avon. Вот в таком виде. Одна еще отличается марк, 2 другие выглядят вот так. Забываю вот от слова совсем. Но отдавать тоже не планирую, потому что тоже для меня какая-то, вот я не знаю, такая нежная память. Кстати, качество хорошее. У Avon, у теней качество хорошее. Кажется, может быть, как скажут, прошлый век. На базу ложатся хорошо, тушуются хорошо. Вот эти вот блесточки есть. Так, здесь Stellary покатая. Давайте вот так наоборот.
А вот эта палетка, она как базовая, что ли, шла. Вот прям какой-то довыпуск был. Ее, когда наносишь, вот как раз получается макияж без макияжа. Очень интересная такая палеточка. Сейчас я вам покажу. Вот прямо спокойная-преспокойная. Вот так. И еще, по-моему, одна вот эта последняя. Это лимиточка была. Здесь один оттенок прямо мега капризный. Мы сейчас его найдем. Набирается, кажется, прямо все замечательно. Но когда начинаешь переносить, этот-то видно, видно. Вот сиреневый, вот этот нежный, может, он замыливается. Я не знаю, я с ним каждый раз как-то по-особенному борюсь. Вот, замыливается. Вот он прям капризненький такой. Но в итоге передается неплохо. Так, сейчас я, знаете, что сделал? Вот этот вот, он яркий. Вот. И давайте вот этот тоже я. Любимые мои блески в матовых тенях. Вот. То есть они классно работают. Прямо классно-прекласно. Сейчас этот тоже я немножко. Вот эти два-то замыливаются. Но вот этот лучше работает. Такой прям желтый песок. Тоже остается нежно и горячо любимо. Ага, единственная палетка, я вам вначале тоже говорила, которую я заклеила все-таки этими интересными вот этими наклеечками. Я сейчас достану в палетке наклейки, мы можем на Avon приклеить, посмотрим, как это будет. Тут настолько было заляпано скотчем. Видимо, девочка, которая мне дарила при покупке палетка, что мне пришлось ее вот так украсить. Вот такая она чумазая, но она потрясающе красивая. Я вам уже показывала от спада такую палетку. Я удивлена, что от Revolution в подобном ключе что там испортилось. Они же не портятся. Почему она стала такой вот, которую я откинула? Может быть, еще раз ее попробовать? Может быть, я мокрыми пальцами залезла? Что не так? Ну вот сейчас я делаю точно такими же пальцами. Палеточка тоже старенькая, бюджетная. Нет, та-то новая, которая вот в одной из серий удивила меня. А вот эта-то старенькая уже, ей года 4. Вот они какие обычно, вот эти фольгированные тени. Смотрите, какая красота. Сейчас мы, знаете, поиграемся. Все равно сериал скоро закончится. Вот есть Give Me. И в этой палетке, вот, смотрите, есть какие интересные. Если поиграться, сейчас, давайте что-нибудь приклеим. Милашно. Давайте бриллиантик еще возьмем отсюда. А, его здесь не видно. Ну, что ж тебя не видно-то? Давайте сердечко тогда возьмем еще. Кому интересен детский сад? О, вот так. Украсили одну. Есть еще одна. Сейчас я ее тоже тут потру немножко. Если не интересно, мотаните. Ничего страшного. Будет видно? Нет, это не видно. А что будет видно? Беленькое, что-то беленькое. Давайте корону хотя бы. Прям заигралась. О, корону видно. И сейчас вот эту давайте корону тоже тогда приклеим. Пусть она у нас будет вот эта коронованная. Ну, прелесть же, да?
Еще одну корону давайте, вот эту самую большую тоже прилепим. Вот это коронованная. Все, наигрались. Убираем все обратно, убираем. Тени тоже убираем. В общем, на прозрачном смотрится это круче, да, вот чем на черненьком. На прозрачном, возможно, это бы круче смотрелось. Ну ладно, все, поигрались. Далее мы смотрим с вами палеточку. Ты кто? Ага, это Beauty Care. Вот такая она интересная. Вот здесь у меня... А, там Caroline была. Это Beauty Care. Это израильский бренд. Очень красивая, кстати, палетка. Прямо такие оттенки необычные. У меня будет еще одна синеватая палетка. Я ее отдам. От Paese. Одну отдам. А вот эту оставляю. Далее. От Faberlic. Классно влажным способом они смотрятся. Сейчас пальцы намочу и покажу. Первый еще разок. Вот так. Очень люблю вот эту палетку от Vivienne Sabo. Больше они такого не повторяли. А вот эта кошечка, ну, настолько восхитительная. Я ей почти не пользуюсь. Она у меня больше так для памяти. Так, я тут пытаюсь сломать крышку. А нет, я ее, кажется, сломала. Либо она у меня в руках рассыпалась. А как жалко, придется ее в использование, что ли, брать. Ну, такая кошечка классненькая. Так мне ее жалко. Может быть, рассыхается. Прямо как-то вот. Вот здесь, смотрите. Пластик рассохся. Я не криво открыла. А вот. Жалко. Классненькая кошечка. Столько лет прожила у меня. Палеточка от Ламель. Она у меня одна. У меня были еще две тоненькие другого бренда, по-моему, Vivienne Sabo тоже. Я уже не помню. Я их отдала раньше. Ну, не на камеру, просто отдала. Очень симпатичная. Так, какой я вот это, да, хотела. Его видно, на самом деле его видно. Вот этот очень красивый. Сейчас пальцы вытру. И вот такие два. Блестяшки красивые. Вот этот сиреневый и фиолетовый. Тоненькая прям такая. И любименькая моя палеточка. От Wet n Wild. Какое тут качество. Тут тоже вот этот блеск в матовом оттенке. Ну, он, конечно, не мат, он шиммерный получается сейчас. Просто шиммер в матовом оттенке. Я вот вместе с кошечкой, они у меня ассоциируются, но это круче смотрится. По качеству чуть-чуть круче. Но они у меня всегда вместе находятся. Кошку жалко, кошку жалко. От Ламель. Ламель, Лавель. Разные. А есть Лавели еще. Схожие названия. Вот так смотрится. Прелесть прелестная. Ну, куда ты вылезла? Вот так крышки-то ломаются.
когда спонжи всякие лезут под крышечку. Далее давайте я вам покажу от Фарес вот этот рефил. Вот я про него говорила, когда Фарес показывала, что может быть вот этот отдам. А может и не отдам. Смотрите, какой красавчик. Куда мы тебя положим? Здесь стой. Не отдала, видели? Рука дрогнула. Я не жадина. Далее от Avon еще две палеточки, но мы их уже клеить не будем. Вот это на два рефила. Вот так она выглядит. Давайте вот здесь сделаем сводчи. Блесточки. Вот так. И когда я пришла в Avon, вот эти палетки уже оттуда выводились. Тоже вот этот черный восхитительный, вот этот белый тоже с этими блесками. Очень красивый розовый. Как память оно у меня. Люблю, иногда пользуюсь. Так вот, на базе ярче. Так, что-то я тут сталактит настроила, упадет. Вот еще одна серенькая палеточка. Редкая серенькая палеточка. Третья или четвертая всего вот на всю коллекцию. От Буржуа. Выглядит она вот так. В синеву уходят эти серые оттенки. Очень интересные. Чуть-чуть рыхловатый. Так, и вот здесь вот такой топер, который сходу-то, может, и не видно. Вот так. Когда снег искрится, и вот с таким макияжем. Так, тут будет сверкать. Давайте вот так. Тоже старушечка от Дебора. Когда-то они сотрудничали с Faberlic, и я успела взять вот эту палетку. Уже распродажи тоже были. Старушка, старушка. У меня есть еще одна от Faberlic трешечка, тоже старушка, которая у меня больше так вот тоже как память. Помню, вот в то время нас тогда многих удивляло, зачем синий оттенок в такую палетку. И только потом мы поняли, что это очень круто, когда синий или зеленый, вот какой-то дополнительный оттенок есть в палетке, который на первый взгляд кажется, ну, здесь лишний. Но оказывается, что он совершенно не лишний, а только украшает палеточку. Еще одна палеточка от Faberlic. Вся сверкает, сияет. И тоже с зеленым. И тоже надо влажным способом. У меня вот в этой серии всего две палетки, которые по факту вот это заменило ту у компании. Но они отличаются по цветам. Вот так. Давайте тоже наслою. Вот. Хорошо видно. Вот они прям такие. Опа. Бликовать будет. Я уж тут все меняю, меняю местами-то. От Vivienne Sabo. Это подарок был. Редко пользуюсь. Тут много вот этих голубых. Тут один серый. Ну, у меня как память, что ли. Синими я крайне редко пользуюсь. Они такие оттеночные. Вот так выглядит. Опа. Две кругленькие палеточки у меня от Флормар. Сейчас Флормар, мне кажется, у нас в стране не найти. Это Претти. Это тоже в свое время в «Улыбке радуги» увидела
распродажу. И так редко я ее беру, мне кажется, я ей практически не пользуюсь. А опять же, вот эти вот блесточки, которые, ну как-то вот, я не знаю почему, меня всегда прельщают. На глазке она на базу хорошо передается, а без базы через час теней нет на лице. То есть надо ее... Так, чуть не положила туда, куда расхламляю. Давайте вот здесь. И Претти. Тут уже не снимается крышка, а открывается. Ну, тут классная палеточка. Прекрасно на каждый день. Это когда мономакияж делаешь. Вот нанес и не паришься. Там второй, тройной там оттенок. Просто один карандаш, тушь или подводку, тушь и пошла. Вот. Далее еще одна кругленькая, это Фарес сиреневый. Я почему вот от этого Фареса спокойно отдаю, потому что здесь в принципе вот все, что нужно, есть. Оттенки похожи, вот эти более носибельные, вот, поэтому пусть будет это. Нравится она мне. Я ее горячо люблю. Она прямо такая. Единственное, что она не самостоятельная, темного оттенка не хватает. Ну, чаще это карандаш коричневый. Далее. Вот такая малышка от Yves Rocher. Косметику Yves Rocher декоративную я люблю. И круглую свою палетку люблю. И вот это трио. Как вот бы они ни смотрелись на сводче, они восхитительно смотрятся на глазах. Руки уже натерты, красные. Макияж на глазах выглядит очень красивым. Даже если кажется, что их не видно. Как вот, вот так вот видно, наверное. Очень хорошо выравнивают века и делают такое какое-то ухоженное лицо. Так, 37 минут. Ну ничего, мы молодцы. Двигаемся. От Mary Kay. Здесь 3 и еще с затертых до дыр будет 2 штуки. Никому не отдам. Люблю нежно, пользуюсь редко. Но на моей любви к этой косметике тоже это никак не сказывается. Восхитительные тени. Хорошо передаются, прекрасно носятся. Люблю. Не буду показывать название. Мне кажется, их уже давным-давно Mary Kay вывел. Где тут вход? Ага, вот он. Так. Смотрите. Макияж морячки, да? Не знаю, почему-то у меня связан с морем. Хотя вот это больше подходит к морской теме. Тут прям вот, вот так вот я люблю, когда синий вот с такими оттенками. Он идет как добавка. Вот прям вау, как классно смотрится. И яркие все. Вот. Тут прям море, песок, скалы. Далее мы с вами успеваем посмотреть еще 2 кругленькие палеточки. И это пончики. Да? Я тут прям не так давно у Лены, Елена Ким, по-моему, Лена, у тебя же, да, увидела бургеры. Они, конечно, такие мощные, но я впервые увидела бургеры. Эти мягенькие такие, как антистресс. И вот такая прелесть. Есть зеркало. Люблю. Эти я люблю. Не часто они у меня, может, попадают в макияже, но по качеству я их очень люблю. Ой, что-то прям плохо тут как-то я нанесла. Ну, видно прям вот один любимчик. И сейчас желтенький посмотрим. Тоже симпатяга такой.
И второй посмотрим, главное не уронить. Вижу, что за 40 минут начинаю чуть-чуть спешить. Не надо никуда спешить. Поезд не уходит. Этот приезжал ко мне чуть-чуть разбитый. И тут пара оттенков перепрессованных. Так, я в прошлом серединку, да, забыла показать. Угу. Я всегда, когда на пятый палец набираю, забываю показать середочку. Вот так выглядит. Вернулась я. То, ну что ж, не показала. Вот. Потому что тут середка реально красивая. Вся блестит. Смотрите, как. И вот второй желтенький. Красота. Просто красота. Так, что мы будем с вами делать в следующей части? Очень надеюсь, что следующая часть будет последней, потому что осталось не так много, но много однушек. Посмотрим. Ладно, встретимся в следующей. Что у нас в этот раз? В расхламление всего одна палеточка попала. Много раритетиков, с которыми я не собираюсь расставаться. Вот с однушками, может быть, что-то и расстанусь. Ну, в общем, вот такая вот стала гора. Встретимся, надеюсь, в последней части. Всем прекрасного настроения, хорошей погоды на сердце, на улице и в семье. Всем пока!